За соблюдением санитарных требований на предприятиях региона продолжают следить специалисты профильных ведомств. Контроль ужесточили. В очередной рейд отправился и мой коллега Алексей Козлов. Ему слово. Мы находимся в одном из фитнес-центров. Это первый из двух объектов проверки, которые вот наша группа сегодня посетит. Но требования, в общем-то, те же самые, что и были в апреле и в мае. То есть, например, обязательно должна быть везде разметка, что соблюдать дистанцию 1,5 метра. На входе обязательно должен быть антисептик. Вот, например, сейчас я нахожусь в спортивном зале. Идет проветривание. В общем-то, так как и должно быть. То есть каждое проветривание заносится в специальный график. Вот. Тренажеры должны располагаться так. То есть те тренажеры, на которых занимаются, должны быть расположены так, чтобы люди находились друг от друга достаточно далеко. А если в зале то есть несколько человек находится, то должно быть то есть такой расчет, что 4 квадратных метра на одного человека. Ну, для того, чтобы в общем-то, эту дистанцию можно было соблюсти. Всего же объектов у нас, да, я уже сказал, сегодня будет 2, самих группа 3. Вот. Но, в общем-то, всего это будет несколько таких заведений, которые, в общем-то, открылись при условии, что они будут соблюдать определенные требования, да, Роспотребнадзора. Но это не обязательно фитнес-центры, это могут быть и магазины, и какие-то пункты общественного питания. Сейчас проверка только началась, в общем-то, никаких нарушений еще нет. И вот, ну да, вот, например, стоит на входе вот антисептик для рук. Вот. И сейчас, то есть сейчас, пока мы продолжим проверку, и чем она завершится, я расскажу немного позже.